районный прокурор. При галстуке с портфелем судья обряд одел, лениво начал тему: «Пристаньте, господа, здесь слушается дело. Фамилия моя знакома в этих стенах, а для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли. Надежды не внушает, и этот весь бардак меня так раздражает. Присяжные, кончай, базар весь не по теме. Судья, давай скорей. Да я в тайгу поехал, а для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, а? Сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли.
продажный адвокат. Надежды не внушает и этот весь бардак меня так раздражает. Присяжные, кончай, базар весь не по теме. Судья, давай скорей. Да я в тайгу поехал, а для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня в лагеря. А для вас я никто.